О, гудкик начался сразу, рэди. Ничего себе. А, ну вот, я слышу. Ну хп, странно, странно. Ну тут когда так близко все, это не хочу. Да, чисто кто-то приедет. Кто-то уже приехал. По крышечке. Ну прикольно, у чувака была эта штучка на машину. Правда, это не на крыше, у него была желтый треугольник. На заднем багажнике прикольно валился. Это как раз на этой машине, на которой на стоке мы играли все пятером. На которой ты до этого... Бля, это ты. Пожалуйста, больше не надо. Все, да. Больно? Да, надо было очень. У меня зада просто не осталось вообще. У меня машина как мини-купер. Двигатель просто в салоне вмялся. Да, надо было чуть тяжелее было, согласен. Оп! Блин, опять тут повороты. Ну что, пацаны? Все врезаются, потому что все... Был четвертый, стал 21. Ого, ты четвертый. Блин, да ты не прощай, чувачки, реально. Ты просто... А, это вот реально ошибка, всё. Даже не слышал, что у меня была ошибка, я просто очень сливово, наверное, в ворот вошел и... О, бандит просто въебал, видел, да? Извини, Жак. Ничего, ничего, ты меня бандит, смотри, ты видишь, у меня машина же похожа, да? Да-да-да. Чувак, ну что ты делаешь? Да, ладно. Вот просто нагрелся. Да что ж такое-то, 8 хп. Кажется, меня хотят заангелировать. Эх, жизнь. Я тебе аптечку отхилить. Блин, извини, Жак, ну я просто давай, ретард. Давай, езжай, езжай, Димка, давай, я тебя подталкиваю. Дима. Своим кустом говна, смотри. Ой! Свалился сверху. Ты же огонь из жопы, Жак. Да, я так, горю. Пердак горит. Пердак. Ой, Жак, опасно. Ой, Жень. Быстрее, даже с горящим пердаком обгоняет меня. Ну а чё, куда деваться, приходится. У меня бандит там, бандигер там, все, короче. Ну, с тобой сейчас поляк едет, который тебя пушки будут кинуть. Ну, чех. Он смотри, хочет, 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 но не может. Хочет, да. На тристаре своем поганом. Шин там, шин отомстил. Да, я тяжело, не может особо. Ой, зенки тут тоже. Зенки вроде адекватно, кстати. Да, вроде. Блин, да, это поворот, конечно. Такой просто фуловый мадигер, у меня 8 хп, как вы думаете, как он поступит? Не знаю, а кто за рулем? Это Милан. Итальянец там. Биг-пенисы. Просто какой-то чувак на биг-пенисы нагрелся. Именно нагрелся. Слушай, ну мне понравился, веселый молодочек.